В городском округе Люберцы стартовал капитальный ремонт дорог. Владимир Ружицкий уже проверил ход работ на транспортной улице и проектируемом проезде в северной части города. Всего планируется отремонтировать не менее 13 километров дорог округа. На днях в городском округе Люберцы закончился ямочный ремонт дорог. 20 июня стартовал капитальный дорожный ремонт 25 дорог округа. У нас в плане ремонта дорог Малаховка, Октябрьский, Тамилина. В целом мы должны отремонтировать это порядка, ну не менее, по-моему, 13 километров дорог. Это общая сумма денег, это порядка 75 миллионов рублей. Ружицкий уточнил, что выбирали участки для ремонта совместно с ГИБДД, а также беря во внимание просьбы и предложения жителей округа. После чего были сформированы две очереди для ремонтных работ. В первую входит 11 дорог, во вторую 14. Как правило, мы ориентируемся на то, в каком состоянии дороги, и отрабатываем эти вопросы совместно с ГИБДД, а также на просьбы, предложения жителей, которые по таким дорогам ездят. Глава округа отметил, что дорога считается качественной, когда толщина покрытия минимум 5 сантиметров. Подрядчика для выполнения капитальных работ выбирали через аукционы при совместном финансировании областного и муниципального бюджетов. Торги происходят на областной площадке, и кто в состоянии хорошо дороги выполнить за меньшую цену, тот и побеждает. Поэтому здесь чистый конкурс, тендер, и вот подрядчик, я с ним переговорил, они порядка уже 20 лет с опытом работы на дорогах. Власти округа совместно с дорожниками планируют закончить капитальный ремонт дорог к 1 августа. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.